давай. Угу. Да? Смотрите, закончили бедро, да, работать. Не забываем про вот эти мышцы вокруг колен, да, тоже их обходим мягко. И дальше я вот делаю такие ножницы с пальцев. Обхватываю вот эти вот так называемые уши, их некоторые называют, да. И их, если энергично, так массирую. Промассировав в том числе и лимфоузлы вот здесь, да. Без сильного нажатия, я специально не давлю сильно. Вот эту область можно еще сделать таким упражнением, как бы вот штриховка такая, да, называется. Так, штрихуем. Тонко-тонко, мелко-дробно, вот так вот пробиваем. Сразу переходим ко всей икроножной нашей мышце. Она у нас двуглавая, поэтому все наши движения как бы тоже разделяются на две части. Видите, по ноге вдоль икры мы разделяем на две части. Вот это и вот это. То есть я проглаживаю и разливаю эту мышцу, да, ну, такими волновыми эллипсовидными движениями. И эту часть тоже отдельно. Ахиллово сухожилие, ему надо обязательно уделить отдельное внимание. Чтобы его промять, даже делаю вот такой. Вот захватываюсь уже не пальцами вот этими, да, а между костяшек, да, но по два пальца. Для чего по два пальца, сейчас вы поймете. Вот опять же, валика сейчас нету, да, значит, тогда поднимите ногу, чтобы клиенту было достаточно комфортно. Таким образом у вас растянулось еще ахиллово сухожилие. Можно даже немножко вот так его придерживать. Размяли, и рука пошла у вас дальше. Медленно тянет мышцы и все вот эти блоки вверх. Здесь, да, достаточно больно будет вот в этих местах. На коленку не давим, как бы легко ее проходим. И опять давим дальше. А в этот момент этой рукой делаем вот такой захват. Видите, локоть за пятку, пальцы за косточку. Голеностопный голени, да? А эта рука вот туда. И я как бы вытягиваю ногу. С одной стороны, кажется, что я ногу тяну. Даже можно вот так вот. Тоже такой атлетический прием. То есть работает весь мой корпус. То есть как фитнес мы используем в данном случае ногу, опять же, для растяжки корпуса. А с другой стороны, я ей продавливаю вот эту точку. Понимаете, да? Включаю даже вибрацию. То есть я вот туда прямо глубоко-глубоко внедрился. И вот так вот вибрацию запустил. Но поскольку мы еще работаем с лимфой, да, опять же беру локтевую технику. Помните, мы делали вот такую? Мы делали ее где? На спине. Разводки вот такие, да. И с другой стороны, ну, если мы уже говорим про фитнес, мы себе грудную клетку, да, раскачивали. Вот так. То же самое делаем здесь. Только не от середины, а снизу. Здесь мы тоже, кстати, сделали не от середины, помните, а от поясницы вверх. Сильно надавливая всю вот эту вот лимфу, застои, венозную, межклеточную жидкость, перекачиваю вот туда. Здесь нога, рука упирается в пятку. Уперлись и одновременно растягиваем еще в сторону. То есть практически мы сделали вот так. Сильную разводку для собственных грудных мышц. Серединные мышцы груди вот в этот момент хорошо работают. Ну, попробуйте.